и как полностью очистимся, выходим из водопадов. Влад, благодарю тебя за проверку, то, что ты вчера показал ребятам. Без проблем, обращайтесь. Скажи мне еще один вопрос. Вот этот человек, который там увидел у тебя рога, она реально тебя находила как-то или нет? Или ты так пошутил с ней? А ты думаешь, меня реально так легко найти? Я думаю, тебя реально очень нелегко найти. Во всяком случае, тем более без моего разрешения. Тем более без твоего разрешения. У меня разные фантомы ходят. С рогами и без ноги. И без ноги ходит тоже? Есть и такое. Понятно. Хорошо, отлично. У тебя фантазия, молодец. Правильно, надо показывать тем, кто без разрешения входит. То, что они хотят увидеть, то они пусть и видят. Хорошо, вот лазером не ударил. Именно так. Да. Все фантомы разные. Они притягивают... Для разных изгибов ума. Значит, они притягивают именно тот фантом, который они хотят увидеть в этом. Правильно я понимаю? Правильно. Благодарю тебя. Хорошо. Работаем дальше. И с рогами. А что, ты против? Диана, ты как, значит, против? Ты что, ты это я? Раз пришли посмотреть на меня, пусть повеселятся. Согласен. Надо было мне просто предупредить, чтобы я знал. Я-то знаю, что у тебя с юмором все в порядке. Так и должно быть. Молодец. Кстати, крылья серые у меня от пыли. От чего от пыли? Ты летал, да? На звездных дорог. Пыль звездных дорог. Хорошо, давай. Включаем водопад живой водой. 1, 2, 3. Живая вода смывает с тебя всю пыль. На крыльях и на веренных крыльях. Мы становимся кристально чистыми. Готово. Какого цвета сейчас у нас крылья, Вера? Черные, белые. Отлично, хорошо. Мы благодарим водопад, посылаем нашу искреннюю энергию благодарности. Водопад уходит на свою чистоту. 1, 2, 3. Он тебе говорит, что черные крылья ненадолго. Говорит, ты меня мой каждый день под водопадом. Хорошо. Именно живой водой? Можно любой, но живой приятнее. Хорошо. Так и сделаем. Искры у нее свои есть у живой воды. Заживляет царапины. Много у тебя царапин? Бывает по-разному. Зацепляет. Бывает. Сканер готов. Кстати, мне информация сегодня пришла, что стержень – это дух. Твердый стержень, твердый дух. Да. Да. Не задумывался над этим. Так и есть. Интересно. Если у человека есть душа и есть дух, вот дух – это его стержень. Угу. Душа может спать, но стержень может быть сильным. Если его разбудить, все станет на свои места. Душа не пробуждается сама. Человек своими познаниями и развитием будет душ. Да, так и есть. Все верно. Готово. Готово. И он знает, что тебе говорит, что ему не нужна конкретно черная энергия. То, что ты говоришь, ангельские энергии заходят. То есть они в крылья заходят точно так же. Не обязательно черная, потому что он показывает, что тонкая струйка, если ему не хватает, идет тонкая струйка и черная энергия. Отлично. Я этого не знал. Хорошо, благодарю тебя за то, что ты мне об этом сказал. Мы закончили, Вера? Да. Вера, я хотел сейчас поблагодарить царя Соломона за его энергию. Я хотел сделать запрос в энергоинформационном поле и попросить царя Соломона выйти со мной на связь. Я делаю запрос в энергоинформационном поле и прошу царя Соломона выйти со мной на связь. Кто беспокоит? Что у тебя? Дорогой царь Соломон, это Влад. Я прошу прощения за беспокойство. Я хотел... Мы год назад общались с вами. Я просто хотел вас поблагодарить искренне от себя и от Веры за эти энергии, которые вы дали нам. Они полностью изменили нашу возможность работы. Примите, пожалуйста, искренние энергии благодарности от меня и от Веры. За вашу помощь, за ваши энергии они всегда помогают. И нашу искреннюю любовь к вам. Это все, что я хотел вам сказать. Прошу так прощения. Вроде благодарил уже год назад. Ну вот еще, хотел поблагодарить еще раз. Я каждый... Принимается.
Благодарю, дорогой царь Соломон. Мы отключаемся. Желаем вам всего наилучшего. И отключись, Прощайте. Верочка. Отключись, Верочка. Готово.